Приветствую вас. И да, мужчинам нужна верность, нужна очень сильно, потому что для них верная женщина означает то, что мужчина для нее единственный, это означает, что она ни на кого не смотрит, кроме него. Это означает, что он для нее самый лучший, самый хороший, самый мужественный, прекрасный, сексуальный и прочее. И это тешит чувство собственности у мужчины. А поскольку все мужчины собственники, практически, то мужчинам нужна верность. Верность нужна. Но сами они эту верность хранить будут далеко не всегда. Потому что если мужчина считает, что женщина вот должна быть только с ним, но при этом для себя мужчина устанавливает другой стандарт и считает, что раз он завоеватель, раз он такой отшельник, то соответственно ему верно хранить совсем не обязательно. И нетрудно догадаться, что выдумками это не является. На самом деле для мужчины очень важно, чтобы его женщина была ему верна. Потому что неверность — это всегда удар по гордости, удар по самолюбию, по самоценности мужчины, по его самооценке. А это всегда очень болезненно воспринимается мужчиной, и потому для того, чтобы сохранить верность своей женщине, мужчина готов на очень многие поступки, и далеко не всегда эти поступки хорошие, далеко не всегда они совпадают с моральными устоями и так далее. По моему мнению, вся мусульманская религия, по сути дела, делает именно это. Она защищает мужчин от измен женщин, полностью им подчиняет женщин. Естественно, это мое субъективное мнение. Я не являюсь религиозным ученым и в религии понимаю достаточно мало. Но, тем не менее, из того, что знаю я, у меня сложилось такое впечатление. То есть вы можете представить себе примерно или хотя бы в половину, насколько масштабы потребности в женской верности у мужчин. И тогда вы сразу поймете, насколько нужна эта верность, собственно говоря, мужчинам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.